Сибирь. Бычок подними. Правонарушение на лицо. Бычок подними. Тебе сейчас верну в карман бычок. Забери. Это будет правонарушение. Какое? Забери свою вещь и выкинешь в мусор, если она тебе не нужна. Ты что, тупой, что ли? Я не понял. Где есть бычок? Ты что, тупой, что ли? Меня обзывают. Забери свою вещь. Тебя по-хорошему просили, не будь свиньей. Ты этот город не убираешь. Ты маньяк. Может быть. Может быть. Арестуйте, пожалуйста. Я на тебя сейчас подрочу. А ты как, возбуждаешься? Я возбуждаюсь. Возбуждаешься? И тебя, и твои камеры. Правда? Хочешь? Да. Давай. Прям в глаз тебе сейчас наебашу. Давай, давай. Хочешь? Давай. Мужик сказал, мужик сделал. Давай. Мужик, давай. Пойдем. Давай. Пойдем. Давай здесь. Ты сказал, нет, давай здесь. Здесь не могу. Ты перекрыли все нахуй. Извините, не конечно, завораживайте. Хорошо. Блядь. Давайте не волноваться. Чего матом орёт-то? Я не понимаю. Я буду орать сколько хочу матом. Понял? Попробуй. Блядь, мудила, пиздец. Он позвал меня сюда разбираться. Подожди, я вышел. А народу сколько вышло? А я откуда вас знаю? Убери камеру. Что еще убрать? Убери, пожалуйста. Что еще убрать? Все, что хочешь, убери. Ну что еще убрать? Идите домой. Идите домой. Могу. В смысле? Не понял. Давай не будем. Зачем ты меня снимаешь? Хочу. Не можешь. Зачем ко мне? Как не могу? И что? Давай я снимаю. Как хочешь. Ну, вот я не хочу, чтобы меня снимали. Я тоже не хочу. Я за камеру. Так отойдите, идите вы домой. Реально, типа, да, то есть вы прогибаетесь по то, что человек я ходит с камерой встал. И тычет вам в лицо. Кому тычет? Вам лицо. Он я не юридическое стоит. Лицо, я никто. Почему меня тычет в камеру лицом? Это общественное место? Нет, это не общественное а место. Что? Что? Это улица. Это дом ваш. Это не квартира, дом моя. Магазин. В смысле моя территория? Почему меня снимает человек, хочу. Я его не знаю. Хочу. 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 Может, ты маньяк? Может быть. Может быть. Арестуйте, пожалуйста. Он говорит, что он может быть маньяк. У меня даже прибор есть. У меня даже прибор есть. Снимать надо вообще на улице в общественном стаке. А почему он меня снимает? У нас запрещено снимать вообще. Кто сказал? А почему меня он снимает? Я не знаю. Я не давал разрешение меня снимать. В квартире можешь не давать. Будет выкладка где-нибудь на ресурсе, тогда да, в другом. А зачем он тогда снимает? Дома, что ли? Чтобы дома это просматривать? Зачем он снимает меня? Я продам это на Pornhub. На тебя будут дрочить. На меня будут дрочить? Ну, я надеюсь. Я на тебя сейчас подрочу. А ты как, возбуждаешься? Я возбуждаюсь. Возбуждаешься? Тебя и твои камеры. Правда? Хочешь? Да. Давай. Прям в глаз давай. Мне сейчас наебашу. Давай, давай. Хочешь? Давай. Мужик сказал, мужик сделал. Давай. Мужик, давай. Пойдем. Давай. Пойдем. Давай угол. Здесь. Ты сказал, нет, давай здесь. Не могу. Как не можешь? Ребят, проблема. Короче, суть проблем. Суть проблем. Почему меня... Почему теперь? Я сюда прихожу три часа уже сюда, хочу купить вещи. Люди здесь живут, хотят купить продукты, перекрыли все нахуй. Извините, конечно, завораживайте. Хорошо, перекрыли. Меня сейчас снимает человек. Я не хочу, чтобы меня снимали. Я гражданин Российской Федерации, не хочу, чтобы меня снимал. Снимаю только девочек. Снимаю только девочек. Вот давай тебя сейчас снимут. Инсинуации, хорошо? Давай. Давай. Давай, блядь. Давайте не волноваться. Чего матом орёт? Я не понимаю. Мы я буду сказали, орать, раз сколько сказали. Хочу матом. Давай. Понял? Попробуй. Блядь, мудила, пиздец. Давай, меня я все, 20.1 сейчас заявление. Заявление сейчас поступит. Пусть поступит. Зачем? Павлик, а к этому есть ко второму претензии есть? Да он какой-то проблема. Странный парень, не суд знаю, что-то он подошел. Махал мне вот так вот пальцами перед лицом. Вот так вот. Я ему начал так же делать, он говорит, все, теперь пошли, выйдем на один на один. То есть ко мне такие инсинуации возможны. А к нему нет. То есть он какой-то особенный. Матом он ругался? Не, не помню. Полицейский! Ну вот это точно ругался. Тут 15 метров есть от входа? Да он еще и матом кроет. Зачем? Ну, еще прям... курят, ему вы надо замечание сделать. Конечно. Я уже сделал не, замечание. Бля, Вован, не трогай. Любимая а чё, статья. А что за хрень? Я не курящий, а возле меня курят. Будете писать заявление? Будет, на этого человека так поступит заявление. Вы... Вот только что я вам дал заявление. Человек ругается, да, в ваши требования. Я знаю. Примите, я пожалуйста, меры. Мы примем меры. Все, мне сейчас видите? Нужно понять, что заявление. С первой ситуации. Я сюда приехал по первой ситуации. И тогда нужно смотреть. А он еще и выбросил на землю. А мы тут 5 часов уже. Мы тут 6 часов почти уже. В первопричине проблемы. А он бычок выкинул? Нужно понять, что... Вот, я хочу разобраться в первой причине проблемы. Бычок подними. Правонарушение на лицо. Бычок подними. Да, я знаю. Правонарушение. Бычок подними. Ну и все. Где? Бычок подними. Люди находятся рядом с нами. Где бычок? Соответственно, меры к ним будут приняты. Ну, посмотрим. Совершенно. Меры к ним будут приняты.
Следующий это вопрос. Заявление надо писать. Это на ваших глазах все произошло. Возьмите, это ваше. Я еще раз поясняю о том, что... Верни ему бычок, вот. Возьмите. Положи на него, я не знаю. Ну, я не буду, он горит все. Что касается... Тебе сейчас верну в карман бычок. На, вот забирай. Забери. Это будет правонарушение. Какое? Забери свою вещь и выкинешь в мусор, если она тебе не нужна. Ты что, тупой, что ли? Я не понял, блин. Где есть бычок? Ты что, тупой, что ли? Меня обзывают. Забери свою вещь. Тебя по-хорошему просили, не будь свиньей. Ты вот этот человек, город не убираешь. Давайте без инсинуаций. Каких? Вот, человек, который мусорит, срет вот тут. Так. Это его вещь. Так. Почему он кидается? Я вернул ему его вещь. Хорошо. Все по закону. Кем вы его сейчас назвали? Я сказал, не будь свиньей. Тупым. Не будь. Я спросил тебя, ты что, тупой? Давайте мы сейчас... Ответы не последуют. Не последовало. К данным людям сейчас будут хорошо. Меры. Я надеюсь. Я надеюсь. Просто честно бесит. Я живу в этом городе. Хорошо, вот реально. Я тоже живу в этом хорошо, городе. Давайте будем уважать друг друга. Давайте я буду делать сейчас вот свою работу. Давайте, да. Хорошо. Службу. Да. Работаю что? Я. Вы исполняете служебные обязанности. Давайте вот еще учить меня не надо, хорошо? Почему? Имеет право полное. Полное имеет право. Ладно, все, хорошо, давайте на полицию уже не будем. Первостепенную проблему. Давайте первостепенную проблему. Заявление вы писали, правильно мы понимаю? Сейчас не мы сейчас давайте мы сейчас начнем. Вы будете куда-то? Да, конечно. Что касается, значит, следующей проблемы по группе. Правильно понимаю? Ну, следственно-оперативную группу вы ждали, товар правильно поставить. Понимаю? Значит, изъятие товара. Все правильно. Все, я понял. Здесь вот так. Дежурный участок. Сейчас я наберу. Уточните группу следственную. Дайте у вас заявление. Ну, с участковым не это самое. Он же говорил, нельзя снимать. Нельзя же снимать. Что, можно? Нет, он говорил, что не хочет, чтобы его снимали. А сам снимает. Я нет, вот тоже не хочу, странно, если вы не хотите, чтобы вас снимали, а вы снимаете, то значит ваш как-то... Ну, если на меня 4 камеры, короче, то есть вам как бы вы... Решил хайпануть. Ну, понятно, то есть вы это все делаете, да, другим запрещаете. Я не запрещаю. Считают как-то странно с вашей стороны. Я не запрещаю вам, потому что вы все равно это делаете. Какой смысл? Ну, применять к вам убедительные какие-то меры. Но уже разрешаете, Я не разрешаю. Я не разрешаю. А если вам мы не разрешим, допустим, я скажу, я вам не разрешаю снимать, вы выключите. Если вы выключите камеру, я тоже выключу камеру. Ну ладно. Хорошо. Это не получится просто физически. Вам почему? Придется у каждого спрашивать разрешение. Нет, почему? Он сказал, ты выключишь, он выключит. Ну ладно. Просто, то есть, достаточно тебе как бы убрать? Я сам. Могу вам, видите, я выключил. Я выключил. Я вас тоже прошу, выключите камеру. А вы не можете выключить, она уже вас уже выключила. Как получилось? Тогда вы придется включить ее обратно. Нет, я не хочу. Я просто вас по-человечески прошу выключить камеру. По-человечески не нужно было орать матом, докапываться вот до нашего человека и все. Я не знаю. Вы не знаете, вы мне сейчас слепите в глаза. Я еще раз вам говорю. Я сюда пришел, чтобы купить продукты. Купили? Вы здесь устроили? Нет. Мы устроили? Я хорошо. Не купил. Жалобы вы написали на то, что вы не купили продукты? Я не купил на то, что очередь огромная. По определенной причине. Не надо меня снимать. Но это не за нас, понимаете, что вот там кассир. Я же не знаю, почему. Я же не знаю. Я сюда пришел. Выключи, пожалуйста. Выруби. Я тебя что? По-человечески же прошу. Не слепи что мне. Что вырубить? Светишь в лицо, понимаешь, людям. А они сами не хотели там разговаривать. Пойдем, говорит, сюда выйдем. Вышли. А то есть они с тобой так сразу, да? Агрессивно. Да. То есть я даже не понял, зачем, конечно. Ну, понятно было, якобы. Типа, по-мужски решим вопрос. Я не знаю, как он решает по-мужски. У меня тут недавно был один, который... Он же хотел надрочить на меня, или что он хотел сделать? Который был на днях, который хотел выебать меня. Пойдем выйдем, я тебя выебу. То есть я боялся выйти, вдруг он бы меня выебал. То есть я, ну, не гей, а он гей, видать, раз предлагал так. Поэтому я не знаю, что они хотели. Да ты увидишь потом, там вообще то же самое. Да? Да. Он говорит, хочешь, я на тебя надрочу тебе. Надрочу? Вот тот? Ну, мне кажется, тот очень... Не, беленький. Вот этот в кепке. Вот этот? Там тот тоже в кепке, который подальше. Вот тот подальше, мне кажется, вообще какой-то. Аулюлю.